В обороне мяч у нас, когда будет там навес, хуес, на удар нажимайте, чтобы выносили. При навесе там забросе, когда мяч штрафной у нас. Кто-нибудь там хуйней страдать, нахуй. Катать, блядь, пасы. Что-то не принимают. Скажи Дима, что они дичи. Команда дичей. Козел забит вроде. Я вообще хуй знаю, что это за авангард, кто такие. Хоккеисты. Хоккеисты, наверное. О, поснел! Давай ливнем. Тихо, тихо. Давай ливнем. Это вообще жесткая поза. Да не, прикольно, давай. Я ливаю, нахуй. Да не надо, чё? Они играют. Вы чё? Ливаем. Ливать? Почему? Я нахуй увидел снег. Снег, нахуй. Я дождь. Это чё? Убивай и выходит. Вы выходите, блядь, ты сейчас, они лузер. Все. Я взял новый. Лёх, ты вышел? Выходите. Ну что, а блин, всех поиграть, ну чё? Лёх, оставайся, ты последний. Давай, Тима. Побегай в поле, Тима. Кого? Побегай, говорю, в поле снег, Тима. Я понял, что ещё бывает, снег это залупа полная. Да, это нихуя, у меня не видно мяча, нахуй. Да, нормально. Всё, гол? Да. Зато там отскок уже другой. Отскок по-другому уже идёт. Я так, нахуй, вообще мяча там никогда не вижу. Зачем ты ливнул сразу? Я ж сказал, я ливаю в снег играть, это знаешь, я что там есть, что меня нет, надо хуйственно будет. Я мяч не вижу, но... Наверное, встают еще. Авангард. Ведьмак 3. Дикая жопа. Кому чё, нахуй? Чё ты? Лёха, много прошёл? Вот четвёртый уровень. А, ты прям сейчас играешь? А у тебя какой? А я только начал. А четвертый это не только начал? Ну, я совсем-совсем тогда только-только начал. И четвертый это... Первый, что ли? Ну, да. Все здесь. Так-то, да, так-то команда серьезно, соберитесь, они сразу же. Секунду, я посмотрю, сколько их... Ой, он сам разломан. Ну что, Жека, ты уже вообще? Тебя выкинул? Не-не-не. Ну, с тобой нет должного очка. Нахуя? Тихо-тихо. Нас не до прослушки. Ближние хуярят, смотри. Челси. Задра Челси. У меня лагает. Не пизди, нахуй, мажешься уже. Лагает, слышите? Саня, тебе точно передача. Вот ты, я угомонил, давай. Молодец, уже. Дальше. Блять, не дошел. Нет. Заткнись. Блять. Опорники назад возвращаются постоянно. Да не беги. У них Джерард. Блин, Сань, думал, ты туда побежишь. Да не, ну. Дай мне, рандом Нет. Ебучий пидор, блять, овца, сука, просил же. Слышишь, Дима? Удар жмите.
по игрокам берите, главное. Это что, автобус? Поставь. Нет, это защита простая. Ёбаный, вынос, жмите. Да чё ж вынос-то не жмёте? Я же говорил, жмите сразу вынос. Пиздец. Тело, блин. Я сломали, там его снесли, он и не нажал, поэтому. Свой же, блядь. Меня снесли, его не чинит. Я бы умечал, что 5 секунд. Пиздец, как заебало пропускать такую хуйню вечно. Зачем верка? Для чего? Кто там и будет это принимать? Там Дима был. Ладно, что поехали с заново. Тоже торопишься. Молодец. Хорошо. Бежали в контратаку. Да, лес уже. Не ожидал, что становишься. Ну я бы в игрока бы подал. Рандому похуй стоит. Я не ждал. Думал, там Саня забегал. Эй, кто там убежает? Убежал. У вас Саня. В воротах кто-то стоит. Я, блин. Ну зачем борьбу, ёб твою ж налево, нахуй. Да я ж Коди хотел. Ну так набирай силу, хотя бы пол палки, блин, чтоб Стёпе дать. А не на полную и вправо. Чего ли ты не прыгнул, блин? Куда ты так ругаешься? Блять, о, нихуя дошло. В центре никого не было. Жильвер. Да. Прошу, не водитесь, играйтесь в касание. Димон, отдавай вперед сразу, да и все нахуй. Мы и так мяч не получаем. Я отдаю. Зачем? Хорош. Блять, ногу сломал бы. Чё, навесы попробуй, понавешивай, по флангам пройдите пару раз. Женя высокий. На навесах много не наиграешь. Тогда смысла нет вообще, можно вдвоем в навес играть. У нас почти целая команда, играть в пад. Тебя. Хорошо, да. Справа. Че, поменяй на Степа? Ну, пытаюсь. Хорош. Давай, Степа, я туда, как всегда. Так, я так, да, вот так. Ты ж в офсайде. Куда офсайд при ауте? Ты что? Слева. Через Диму то она пробовала. Да что так долго-то, блять, а? Опять сказал слева, еще 100 шагов, блять, сделал. Да ебать. Леха! Это там не мой мяч, Жень. А, будете, можно было. Я бы все равно не успел. Он меня отбежал. Пиздец, это что за невезение это такое? Да, хорошо. Как он там вытащил? Давай, ой, я, блядь, он сам идет, смотри, у меня сам игрок идет. Я ничего не делаю. О, неужели? Давай. Ну, три палки на брат. Слабовато чуть-чуть.
Да, надо было 3, чтобы... Да, я и так 3 вроде набрал. Блять, заброс. Лёха, ты чё стоишь, блять? А чё, какой-то пас был, не даже мне вратарь не побежал туда. Тима, выйди из обровки. Ох, беги, беги, беги. Давай. Жди меня, жди меня, жди меня. Я тоже забегу. Нахуй. Зря я так сделал, сука. Ну было пас давать. Опасно было. По-моему, меня попал, нет? Блин, пиздец, ну чё же за хуйня, сука, она была там поздать всё-таки. Низом. Не факт бы, что зашёл. Лёха, красный. Стрей! Ой, туда ещё выше. Бля, да супаный удар! Саня, Саня, Саня. Саня, во мне игры. Дима, ты уже Хорошо, давай, слабый путь. Степа, а ты где? Я выпивал. Жираю с ногами на. Хорош. Блин. Ну. Понятно. Все. Димас, что ж не пошел? Ну вот меня отскочил нахуй. От везунчики, ебать, удар, гол, блять. Второй удар, блять. Пиздец. Тут Димас на голову перепрось. Да я выбивал. Там отскочил. Всё в камере. Нет. Ванна не приговоришь? Нет, конечно. Бля, ну там надо было забивать Диме, конечно. Да я его опять там не ждал, нахуй. Ну а как не ждать, что он туда дойдет, нахуй? Один вперед бежишь и не ждешь мяч, ты как вообще? Я даже на игрока на своего не смотрю. Я ж не буду бить через толпу по расписанию, просто тебе слово. Вся рандомная защита. Надежды-то не было, конечно, там проект, но всё-таки всегда он строится на пятку. Ну, поехали. Хули втроем играет. Лёха. Да. Ты ч... Я... Чё происходит вообще? Слов нет, но. Боритесь, ну, бля. А еще ворочек. Летит нахуй, ебать, все. Еще и низом ударил, я еще не туда поплыл. В натуре все летит нахуй. А ты проспал. Нет, я... Заебал, проматывай давай, хули сейчас будем рассматривать нахуй. Дятел ебаная, сука. Эдик, да? Нет, это Дима. Ох.
Пизда тебе, гандон ебаный. Сука. Да что тут тебя? Нахуй пиздец, блядь. Ебаный ворова. Пиздец. Медик забрал, блядь. Чё, на 11? Пиздец. Уже. Да вы чё, блядь. Чё, что там тебя свой снес. Ой, Эдик. Эдик. Да, разворачивался. Вообще стик был куда-то в сторону, ну, тебя. Или сами. Да. Ой, я не туда, я копал. Сорян. Хорош. Что, блядь, это нахуй на ход давал? Добивай, Санёк. Молодец, нахуй. Отлично. Залетело, блядь. С тройной попытки нас. С тройной, это уже попробуй. Какой удар, нахуй. Пятый, блядь. Опять же, видишь, в угол мяч шел, блядь, и попал ему в ногу, нахуй. Беги, Веша. Я сдох. Веша, когда ты на углу, зачем ты так далеко бежишь? Да я сдох, куда да мне? Я развернулся. Он меня нахуй оттеснил бы, да и пиздец. Да они сразу вешают, ты к углу сравняешься с углом, что давай, да, сразу вешают. Он дойдет как раз до 11 умножений. Я всегда так вешу. А ты бежишь постоянно туда в конец. Сука. Завешу. Давай, давай, давай. Там втроем. Что в сайте делается, ёб твою ж. Теперь сделай. Когда не надо, кто в сайте. Вот сейчас. Вот ты тут. Стоп. О. Жека. Угу. Правильно. Чё так? Отпихнул. Блять, че свалили? Че, мяч дай дали? Долго. Нажимаю. О, хорош. Саня, сзади вижу. Еще на дальний один. Не, не, понимай, гандон, блядь. Контроль не надо. Колотушка, нахуй, ты скорость, это нереальный удар головы была. Головы как ногой, блядь, бьют, нахуй. Перевнусь, давай, давай, только не проваливаемся. Женя, стой по последнему, хули попробуем забросить там как-нибудь или что. А не один хоть дохлая вся. Ой, тихо, тихо, тихо. Ай, в ноги, в ноги, в Дима. Ой, хорош, хорош. Вынос. Хорош, что. Кто где? Слева один. Поздно. Я хорош. Ну. Давай! Ну. Ха!
Хорош, 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 красава. Я думал, дал сделать. Дима, ты чё говоришь? Какой пасюля, какой разворот. Молодец, мой. Добиваем. Давай, я тебя подступ. Ребята, если нам в шоке. О, хороший, бля. Отбор, блин. Вперед, 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 вперед. Давай, 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 давай. Ух, уже. Блин. Все, давай, опять мертвый. Саня. Блять. На финале. Секунду забрал. Я уже выдавал на пустые ворота. Ты же что, головой лучше идти бороться? Конечно. 11 баш. Ах! Догоняй рандом. Давай Степа сбрось. Не проматывайте, Глав. Степ, куда будешь? По прямой он только может. Да по прямой пусть кидает, я сзади, если что. Куда сбросишь? На двойку. Саня. Повешивать, наверное. Вешь. Ой, опасный пас. Саня, 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 Саня. Ладно. Ого. Блять, кто там? Аккуратненько. Тань, забегай. Сука, не дал нахуй. Да ебаный в рот, как так? Это кубок, да? Ой-ой-ой. Блять, до золотого гола. Это пиздец. Так мы никогда не играли еще. Скорее надо. Да делай. Жалко, не шел. Да не, ничего страшного. Они уже на издыхании были, блядь. Чё ж он, сука, сейчас не навесил? Кстати, чё, опять воды опился нахуй? Выход или следующий матч? Выход? Да. Ой, сейчас, еще надо, я попадет. Сейчас опять я за матч мне дали. Гол голевая. Переигровка пишет. Че? Угу. Сейчас, погоди, переигровка. Какая нахуй переигровка, нахуй? Боже, что там по регламенту, либо переигровка, либо... Сейчас я спрошу. Лучше, конечно, переигровка. Хотя бы тут исправить, может, ситуацию будет. Че, спрашивай? Сейчас я найду. Ну, я спрошу сейчас. Пока не это. Не принимай. На 10 минут Дима отходит, короче. Как так? Ну ебаный в рот. Сразу играем. Все, я пришел. Что такое? Че? Не хотят играть или что-то? Играй. Я у Лёхи, сейчас подожди, я отошел на секунду. Отойди тогда тоже, Дим. Ты курить на тебя брось. По сути, такая атака была вообще простая. Я выбросил мяч Жене, он сыграл с головой. И без Аня, он дал просто пас в разрез и все, гол. То есть, если подумать, вообще легко придумать момент. Да, у них вообще залетали такие, ни о чем. Сейчас будем пробовать этот момент такой. Я буду выбрасывать назад. Ногой. Не рукой, а ногой. Кто ливнул? Тишина стала такая. Ты. Я-то здесь.
Ну, матч, то есть, целая игра, ну. Они что, они играть не хотят? Что получается? Че, переигрываем, да? Угу. Это даже лучший вариант. Поехали. Как мне кажется. Но они если мы сильнее, то лучше. 0-3 проигрывали, блядь. Да так, что, зову или они зовут? Они зовут. Скажут. Вообще готовы. Сейчас начальник надо взять, защитить. Не трое там бегают. Сколько, четверо? Надо это. Можно Димона вниз опустить. Да не, нормально не, все. Не, нормально. Только держи выпуск. Мяч, нет, много теряли. Но надо соперника бегать вот этим мячом. Да нет, они вот в опорке стоят, им быстрее пас отдавать надо. Эдику и Диме. Не возёхать. Увидел, отдал или заброс там, я не знаю, похуй. А начинаешь возить, они накрывают. Они играют, их всего пятеро, что ли. Чё я сделал? Чё увидел? Два гола, конечно, мы себе привезли это. Да там хрен летел. А во втором тайме мы там побыстрее начали играть, и они уже не успевали. Вот про чё я, про чё и говорю, пасы быстрее надо. Еще крестовина со штрафного. Да, могли вырвать. Момент так пиздец был с самого начала. С этого все началось. Крестовина. Ну что, они играем? Да, я сейчас пишу им название. Six for Go. Пиздец. Эдик, ты писал эту хуйню? Да, до сих пор пишу. Потом порезать надо. За сколько мы забили их? За 15 минут? Нет, за весь 20. Второй. И за 20, наверное. Да, сейчас, ну, посмотрю. 63-й, 80 какая-то, по-моему, была. Чё-то у нас матчи какие-то сумасшедшие пошли к нам. Нормально. По нокау. Сначала дрочим, потом 63-й, играем. 79-й, 85-й. Mm-hmm. Миха, ты ожидал там пас от меня? Ну, я надеялся на этот пас. Просто я ожидал от Михи. Просто развернулся, было очень здорово. Туда дальше, что ли? Да, 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 прям ров. А первый пас вообще говно, да? А ты на меня давал, да? По-моему, да, разрезал. Я все старался там выйти, на, чтобы защитник не перепутал. Эй, смотри, не в офсайде, не надо. Ты все готовы? Да. Ну погнали. Ебать, что-то лагает сейчас. Что, торрент ты подключаешь? Миха, смотри офсайд. Ах, не прочитал ты этот пас. Там микрофон отодвиньте, кто не напрягает. Это у Димы, слышишь? Он же. Пускай пускай. Че, бегу на. Сука. Эдик. Хороший момент. Скорость хватило. Пять на ход. Пять через то. Кто в микрофон дышит, блядь? Дима. Я слышу это. Значит. Оп.
Спецзалупа какая. Вообще полная. Что за голы, я не помню. Заброска. Что-то вообще надо. Ну ладно. Не, мне надо было выходить, а там никто не мог. Свой стал на месте, я бы не отбил. Да. Чуть не отбил. Кстати, такой заброс от рандома, потому что у них рандом помогает. До золотого мы уже проебали игру. Ты что можешь? Хорош, хорош, молодец. В следующий раз так не делаю уже. Эдик, играй в классе, все, пока. Да, да, да. Там же на ровном месте. Где в мяч попал? А нахуя ты подкат делаешь? С желтой картой. С желтой картой подкат еще и убил поля. Ну нет, там. Да там вообще ничего там вообще. Что, ниже кого отпускай? Две желтые за одну минуту. Буквально за 5 минут. Короче, я пойду держать туда, чем хочешь. Да, вот здесь, стой. Как я угадал, нахуй. Нормально, 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 нормально. Я обычно матч играл, я подождаю, пацаны. Через третьего. Эрик, ты уже видишь матч? Да. Его хорош. Да, я не успел. Лакеры какие-то попали сконченные. Кинь нахуй. Слышно. Да. Да ну. Желтый. Я даже отбор не жал. Моя очередь пришла. Стой себе. Блин, вот чуть-чуть бы там матч вытащить. Проверь. Решился. Что, Диму не слышно? Сука. Чё ж, блин, назад. Я пробовал. Да? Ну да, я тебе попался. Ты хорош. Дождь. Хорош. Попозже, либо низом. Что он думал? По диагонали. Попозже я, может, корпусом посмотрел. Да, может, сам. Страхуй его, если Стёп идет вешать. Снимает что-то на вес. Да нет, там же ясно, что мы делаем.
идти. Считаем. Рандом это зачитает. Да. Это стоянки. О, Саня. Да ладно. Да ну-ка. Да. О. Да да, чё. Хорош. Дима, тебя не слышно? Нет. Вообще не слышно. На микрофон. О. Тащи. Ого. О. Дима. Хорош. Боже-ка. Фоу можно было свистнуть, гранду. С рандома задержались, ебаный урод. Лёха, Коня, тащи, красавец. Промахнулся, что ли? Он а, затащил лёгко. Спиной, блядь, или жопой. Колено? Ой, не колено, бедром, что ли? Бедром. Что, да, спросите атаку, нет? Да, а, гандон. Там Дима еще один по бровке могут чесать сейчас. Да. Так, что ли? Ого. Ладно. Че, давай схему поменяем. Давай, чё-то поменяем. Ромбом или чё? А не, ромбом. Саня, я тебя глубже отпущу, короче. На парни? Угу. Я схему, короче, поставил. Три защи. Три защи? Нафига. Сейчас пьем, короче, надо. У нас левый фланг голый, типа. О, чё ж, блин. Не смог. Миха, ты слева, короче, там возвращайся с пара по назад пром. По возможности. Ага. Потому что там рандом удален. Эдик, то есть. Блять! Я не понял, я справа играю? Да, то есть справа. А, я думаю, что не продал, не понял. О! Не, дойдет, мальчик, сегодня нет. О, тебя слышно. Или как? Меня вообще мяч не доходит, я же ничего. Я же не нашел этого достаточно. Так и сетки вынимаю. Опасно. Ой-ё, а чё так тихо? Это не моя задача. После раздавать. Не, так бы прострел бы сделал, было бы нихуя. Набегали. Сука, проебал. Ну, блять, они как-то в разрез дают, что. Дима, туда надо, чтоб почаще назад возвращался. Потому что там три защи. Блять. Дичь. Меня накрывали нахуй лучше. Пиздец. Такой же был нахуй. Лёха на такие удары не реагирует. А ты зацепил? Опять тот же, слышь. Тот же в нижний угол, тот же человек. Что им везет вообще? Ну дичь, ну дичь.
Не хватило, кстати, мотоцикла не хватило, вот его зона была. Ебанутый, то верхом не дождешься, нахуй. Прострел, не. Пизда, пока думал, нахуй. Тебя же. Ну это он, блядь, дебил, он такой пасады. Пиздец, отбегался. Вынос. Они. Охуенно, блядь. Че, Степа, нахер просишь? Я думал, у меня имеешь Даров, блин, нет, ахуй, у нас одного нету, блядь. Нахуя? Да он уже во вне игры был. Да я не убежал, у меня уже нет. Я тоже стоп. Степа, по бровке. Нахуя через центр, вы что делаете? Через центр кто дает свою штрафную? Вы что, ебаный свет? Видели, что было, да? Что было, что было? Пас через центр. Дима. Хули, давай уже в пас поиграем, больше делать да. Нехуй. Что за херня? О, можно бежать. Да, Лёха, я сейчас один, ты даешь куда-то хуй её знаю. Я что-то на тебя даже не посмотрел, я видел, что в центре трое. Они, блядь, втроём всю защиту нашу возят, блядь, какие-то. Вот сучара. И теми. Куда дичь? Давай. Твой, ой, блядь, это ж... А чё сейчас нельзя? Блин, вот так мне подъёбывает ЛТ, наверное. Ну, я бочочку. Оу. Пиздец, все у них верхом этих рандомов. Да что ж такое? Почему не делать? Да дай ты пас, он, да он держит меня, пидор нахуй, два раза давал, блядь. Хорош. Димас, о, хорош. Блин. Тут игрока Эдика не хватает. Да. Степа назад, блядь. Пять, центр. Все, выходи. Откат. О, хорош. Отскока не будет, да? Да. Поиграй. Красиво. Че ты, пидор, время тянет, нахуй, чмо. Пиши, стой, не нападай. Играй, так пишет, Садик, пишет. Там 5 минут, по-моему. И сколько нам надо? Стоять, не нападай, и все. Она в чужой же можно вроде тянуть, не? Спуэль, он стоит в углу, блядь. Затяжка времени. Нельзя? Машина. Дальше. Блин, наход, пиздец. Какой наход, ноги. Какой что-то криво пошло-то. Нам было чуть назад давать, я, наверное, прямо дал. Надо было въебать просто там, да и все. Картине явно не в ноги было. Не, там, не, там,
Правила какие-то есть? Конечно, они везде такие правила, нахуй. Вратаря не толкать при угловых там хуевых. Лёха скажет, мне пиздят постоянно. Не, там вот как я в открытых делаю иногда хуйню. Да. Ладно. Чудо не случилось.